Продолжаем выпуск. Выездное совещание провел глава Бендер. Дорога, ведущая к детской больнице, после ливней пришла в критическое состояние. Совместно с депутатами и коммунальщиками наметили программу «Максимум» – комплексный план по восстановлению подъездов и строительству парковок на территории горбольницы. Улица Главана. После ливней не дорога, а яма на яме. Вода с полей устремлялась вниз и уносила куски асфальта. После такой миграции страдают машины. Хоть и лавируют, но все равно ловят ямы. Думаю, сейчас уже, наверное, опять в мастерскую надо будет ехать с этими дорогами. Да это вообще невозможно. Как будто этот асфальт кто-то вытащил специально отсюда. Движение оживленное. Едут и маршрутки, и скорая. Здесь подъезд к детской больнице. С препятствиями. Даже медикам пришлось приложить руку к временному укреплению асфальта. Машины утром вообще заехать не могли. То есть асфальт подняло вот так, это мы уже своими силами его выровняли. Ну, кроме того, действительно, вы очень верно отметили, эта парковка больницы не была рассчитана на такое в советские годы, на такое количество личного транспорта. Детей привозят больных, родители хотят подъехать с детьми максимально близко. Только ремонтными работами здесь не обойтись, решают на выездном совещании. Дорогу нужно расширять, сделать просторный въезд, чтобы без проблем могли разъехаться несколько машин. Подъезды к приемному отделению тоже ждет реконструкция. Асфальт не ремонтировали с открытия больницы. Это больше 30 лет. Вот и приходится скорой здесь сбавлять ход. Со временем появится на территории и просторная парковка. Будет удобней. Ремонт улицы Главана у нас был запланирован еще в конце прошлого года по дорожной программе муниципальной. И у нас также существует программа парковок. Мы планируем предложить расходовать часть денег именно на детскую больницу. Ну и смета фонда вложений, который предусматривает затратную часть на данный объект, мы тоже будем инициировать вопрос о том, чтобы часть работ была профинансирована из этой сметы. В этом году в горбольнице начнут ремонтировать фасад и кровлю. Кстати, тоже впервые за 3 десятилетия. Из фонда капвложений выделят более 1 000 000 рублей. Дорожный вопрос необходимо также решать комплексно, говорят на выездном совещании. Часть работ выполнят за счет дорожной программы. На этой неделе приступят к фрезерованию улицы Главана. Капитальный ремонт начнут в июле. До этого специалисты разработают проект по расширению проезжей части. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.